Добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала. В этом видео я покажу, как я готовлю масло из лепестков розы. Розы я вырвала на своем дачном участке, высушила. Нам понадобится розы и баночка. В баночку я складываю лепестки роз. Вот такая баночка у меня, вот положила сушеные лепестки роз. И туда нужно налить нерафинированное растительное масло. Масло у меня подсолнечное, холодного отжима. Наливаю масло в баночку. Чтобы оно доверху закрыло лепестки роз. И вот такое вот масло будет настаивать в течение 3 недель в темном месте. Можно настаивать в шкафу. Через 2 недели масло будет готово к употреблению. Можно добавлять в салаты. Такое масло очень полезно из лепестков роз. Содержит эфирные масла розы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи в новом видео.